Всем привет! Сегодня я сделаю вот такой вот, на мой взгляд, необычный макияж своим новым набором теней Super Shock Color Pop Dusk Till Dawn. Это, как я поняла, лимитка, хотя я могу ошибаться, и в данный момент я сегодня смотрела ее уже, ну сейчас ее нет в продаже на сайте Color Pop, но вполне может быть, что это временное явление, как это часто было с их новыми прессованными палетками теней. Я постараюсь сделать макияж только тенями Super Shock из этого набора и посмотрим, что из этого выйдет. Поделюсь с вами впечатлениями по поводу применения этих и вообще теней Super Shock Color Pop. Поделюсь с вами своим мнением по поводу нанесения любых дуохромов, не только Super Shock, но и любых других прессованных, рассыпчатых и так далее. Обращу внимание на главные, на мой взгляд, моменты в использовании дуохромов. Ну и в сегодняшнем макияже вместе с вами изучим часть оттенков этого набора и поймем, нужен ли этот набор или ну его нафиг. Навека нанесу базу по тени Urban Decay Anti-Aging. Хочу вам напомнить, что тени Super Shock Color Pop, так же как и обычные прессованные тени, лучше наносятся, распределяются, тушуются и носятся на базе по тени. И вооружаясь вот этой книжечкой, и первым буду наносить, пожалуй, вот этот вот оттенок Baby Kings. Хоть многие мне и пишут постоянно, чтобы я попробовала кисти Color Pop, что они такие классные, тени прекрасно наносят, но это обычные синтетические кисти, ничего в них особенного нет. Да, я их не пробовала, но ничего нового я не могу увидеть в синтетических кистях. Как-то я заказывала посылку Color Pop, где они должны еще весной, еще должны были прийти эти кисти как подарок ко всему, что я купила, но они до меня не доехали, они потерялись на почте России, и покупать в итоге я эти кисти не хочу. Может быть, когда-нибудь куплю, но вот не купила в этот раз. Я обожаю просто наносить тени Super Shock Color Pop пальцем, и какими только кистями я не пробовала их наносить. Во-первых, когда вы даже на синтетическую кисть их наносите, расход у теней получается очень большой. Не так замечательно они переносятся, кто бы что ни говорил. И пальцем это намного лучше и быстрее. Поэтому вы пользуйтесь чем угодно. Я буду пользоваться пальцем, мне это нравится. И меня пока что не переубедить. Главное, аккуратно. И если у вас нет ногтей, вам будет, конечно, гораздо удобнее. Никуда не заедете. У меня есть уже сводчи этих теней, видео со сводчами. Если не видели, можете посмотреть. Ссылочки оставлю в описании. Подтушевываю их выше своего вот этого подвижного века, то есть подтушевываю вверх, так же, как обычно это кистью и обычными сухими тенями делаю, прессованными. Хоть в них и блестки, но когда их подтушевываешь, блестки, конечно, видны, но меня это нисколько не напрягает в этом случае. И кистью я все-таки себе иногда немного помогаю там, где это прям вот нужно-нужно. Поинтенсивней наношу на складочку. И опять же, не все тени Super Shock можно вообще наносить с помощью кисти, потому что вот эти вот с блестками, например, кистью это абсолютно неудобно. И уж тем более вот эти вот очень красивые дуохромы кистью, это только испортишь все. Даже прессованные дуохромы и пигменты лучше наносить все-таки пальцем или плоской синтетической кистью, именно вбивающим движением без какой-либо растушевки. Иначе они свою привлекательность и красоту просто теряют. И вот здесь вот не могу никак пальцем попасть, поэтому кистью нанесу. Кистью Анастасии Беверли Хиллз. Она как раз-таки с одной стороны такая вот синтетическая. Этот оттенок нормально так тушуется ею. Вот. К чему подошла эта кисть. К теням Анастасии никак она не подходит, а к Super Shock Color Pop очень даже. И вот подтушевываю верхушку обратной стороной кисти. И несмотря на то, что я их постоянно там наношу пальцем или кистью и тушую, ни одна блестка у меня никуда не осыпалась на лицо. Следующим будет вот этот вот потрясающий дуохром Half Light. Другим пальчиком буду его наносить на центр века. Потому что если вы будете его растушевывать, если вы будете как-то неаккуратно его наносить даже плоской кистью,
то дуохромность будет, во-первых, не так хорошо видна, во-вторых, может неравномерно лечь, и в-третьих, может вообще дуохромность уйти и остаться какая-то грязь в зависимости от того, какого цвета подложка. И опять же, если вы какие-либо дуохромы, бывают же дуохромы такие полупрозрачные, этот, возможно, тоже полупрозрачный, но я его наношу в чистом виде без какой-либо цветной подложки, потому что если наносить дуохромы любые на цветную подложку, то он будет уже выглядеть совершенно по-другому. Он будет либо ударяться в один свой оттенок, вот в этом случае, например, тут зеленый, фиолетовый, малиновый такой. То есть он может удариться в любой из оттенков и быть не таким интересным. Поэтому ну, я в основном предпочитаю наносить дуохром, по крайней мере, показывать вам макияжи с какими-то оттенками именно в чистом виде, чтобы было видно чистый оттенок. Втушевала его вот в предыдущий немножечко пальчиком. И я его сейчас стираю с пальца, и мы можем видеть, что у него вот такая вот малиновая подложка, малиновая. Что это значит? Если вы не знаете, как сочетать с чем ваши дуохромы, то ну вот вы смотрите, он какой-то вроде зеленоватый там есть, да, что-то там еще есть. С какими тенями сочетать? Вы намазали на палец, стерли, увидели цвет подложки, если вы изначально не понимаете, какое. Тут, соответственно, беспроигрышный вариант, если вы не знаете, с чем сочетать, сочетать с какими-то малиновыми или вот таким вот каким-то оттенком теней. Все очень просто. И в уголочек нанесу свой любимейший оттенок New Magic. Я его уже опробовала в макияже белого ангела на Новый год. С ним и с вот этим оттенком сделала себе за 5 минут макияж. И вот сейчас. Вот что очень часто происходит, когда кистью набираешь. Поэтому я тоже не люблю вот это вот. Он вообще такой прозрачный, с голубенькими дуохромными блесточками. Ну вот что это. И это дело не в кисти. То же самое происходит с некоторыми оттенками в палетках Анастасия. Со светленькими как раз-таки. Я тоже их всем рекомендую наносить пальцем по возможности. Ну, либо какой-то очень маленькой синтетической кистью. Пальцем я сюда никак не подлезу в это место, поэтому придется мне мучиться кистью. Правда, мучение. Блесточки здесь и такие голубые, и зеленые, и желтые, и розовые. И еще про тени Супершок. Я их обожаю. Но я их не люблю наносить в качестве там затемнения складочки по понятным причинам. Это не очень удобно, это тушуется не так хорошо и так далее. По мне, так это тени для нанесения на верхнее веко, на подвижное, на нанесение куда-то там в уголочек глаза, для того, чтобы как-то разбавить макияж, потому что у них есть потрясающие оттенки просто, и за 5 минут можно сделать себе шикарные смоки. Это уж сегодня я себе такую задачу поставила, сделать именно этим набором макияж. Но сейчас я понимаю, что все равно мне хочется подтушевать верхушку какими-то прессованными просто тенями. И сделаю это тоже новой палеткой ColourPop вот этим вот оттенком. Палетка называется All I See is Magic. Потому что, ну, какая-то тушевочка не очень мне нравится она, но это и понятно. Вот сразу совсем другое дело. Сразу это смотрится лучше. И теперь с помощью черного карандаша Мастер Драма Maybelline и кисти заполню слизистую и сделаю межресничную стрелку. Крашу реснички. И на этом мой макияж глаз закончен. Не хочу вообще никак трогать нижнее веко, мне все нравится и так. И хочу нанести новый свой хайлайтер, ради которого заказывала вот этот набор из трех. Набор называется вот так. Фу, Китаем воняет эта коробка. Вот эти два хайлайтера, с ними все хорошо. А вот этот необычный, очень красивый, из-за которого я это и заказала, приехал разбитым. Посмотрите, какой он необычный, дуохром тоже. Ну, я его примяла пальцами. В общем, наносить я его буду пальцами. Вам сейчас покажу, как он выглядит на лице. В нем очень много блесток. То есть, если вы хотите просто вот такой вот необычный оттенок хайлайтера и думаете, что это будет красиво, я тоже так думала, но когда он приехал, я его на себя намазала, оказалось, что там достаточно видимые и их очень много блестки. Наносить его буду пальцем. Ну, меня они не напрягают.
Какой он приятный на ощупь, прям влажненький такой. Почему-то в камере особо не видны эти блестки, но живьем очень видны. Я надеялась, что... Конечно, как надеялась. Я, конечно, надеялась, что он приедет к моему видео про ангелов, но не особо надеялась, потому что заказала его 18 или 17 декабря. Но он и не приехал к ним, а так бы в том видео он был вообще бы в тему. Никуда больше его я наносить не хочу. И на губы хочу попробовать впервые нанести Ultra Blotted Lip в оттенке Slide Color Pop. Это очень странная помада. Затем уже потом расскажу о впечатлениях и вообще, что это такое, потому что сейчас я еще сама не понимаю, что это. Это тинт. Достаточно ярко я нанесла. И вот такой вот макияж у меня получился этим прекрасным набором книжкой. Я прям хочу назвать это книжкой, ну потому что это похоже очень на книжку. Я влюблена всей своей душой в этот набор, особенно я влюблена в два оттенка. Ну, есть еще третий, который так более-менее мне нравится, который я сегодня не использовала. Это Goodish в каком-то другом макияже. Покажу его. Хотя и его, и New Magic вы могли видеть в моем видео про ангелов. Там, где я делала белого ангела. Вот эти вот три оттенка, это прям те оттенки, за которых я покупала набор. Ну, честно скажу, я этот набор покупала только из-за New Magic. Потому что, ну, это какой-то вообще нереальный голубой. Он меня абсолютно не подвел. И он оправдал и даже переоправдал все мои ожидания. Он на самом деле оказался еще интереснее, еще красивее, чем я думала. На втором месте у меня набор Half Light, вот который сейчас у меня на подвижном веке, тоже в него влюбилась. Но остальной оттенок сегодняшнего макияжа Baby Kings, вот этот вот фиолетово-малиновый, ну, на самом деле его можно заменить огромным количеством прессованных теней, которые у меня есть. Да и вообще, вот подобные оттенки я не очень люблю в плане супершоков. Я уже вам говорила, почему. Потому что, ну, все-таки этот оттенок больше, даже, наверное, не для смоки-айса, а для затемнения внешнего уголка. А затемнять внешний уголок мне больше нравится прессованными тенями. Но пока, по крайней мере, на данный момент, вот этих трех красивых оттенков, их нет в продаже отдельно, и вряд ли они будут, хотя фиг его знает. У Colourpop через полгода может все поменяться, они могут быть в свободной продаже. На данный момент нет, набора нет, но я уверена, что набор появится, а насчет по отдельности, появятся ли они, я вообще не знаю. Я нисколько не жалею, что купила этот набор, хотя из 6 оттенков мне прям нравится 3. С этими двумя я затем сделаю макияж, они уже больше, ну, они такие коричневые, золотистые, у меня подобное что-то есть, и потом я, в общем, поделаю макияжи, сравню их обязательно, сниму обзор на вот эту вот книжку, потому что пока это еще не обзор, это, можно сказать, первое впечатление. И, кстати, сегодня я распробовала таки этот хайлайтер, и вчера, когда он приехал, я его просто намазала на руку, мне показались блестки просто невыносимо огромными, показалось, что их будет очень сильно видно на лице, но в данный момент... Мне все очень даже нравится, да, их видно, но когда ты очень-очень близко стоишь и смотришь, они прям, да, такие прям крупные, но на таком расстоянии, я думаю, что и вам не видно, и мне в зеркало не видно этих блесток, все очень прекрасно, и цвет потрясный, как я и думала. И надеюсь, мое видео было для вас интересным и полезным. Обязательно делитесь своим мнением по поводу этого набора и вообще теней Super Shock, Color Pop, вообще чего угодно в комментариях. Мне это всегда очень интересно и приятно читать. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Желаю всем классной, качественной косметики, солнышка и отличного настроения. Пока-пока! Что-то я тупая.